здании современного гостиного двора в 1901 году был открыт казенный винный склад. На нем выпускалось до 200 тысяч ведер в год. Этого хватало для снабжения напитком Соликамского и Черденского уездов. В 1914 году склад был закрыт в связи с объявлением в государстве всеобщей трезвости, а спустя 4 года здание было взорвано и содержимое ручьями потекло в Усолку.